So thank you very much for doing this, Mr. President. Спасибо большое, господин президент, за то, что принимаете нас. I thought we'd start with some of the news you made today at your State of the Nation address, and then we'll move into some facts about you in preparation for our hour-long piece that we're putting together. And then tomorrow, when we have a longer time together, we'll talk about more substantive issues together, if that's okay with you. Если вы не против, нам хотелось бы построить работу таким образом. Нам хотелось бы поговорить о новостях, новостных поводах, которые вы сегодня создали в процессе своего выступления в ходе озвучивания послания Федеральному собранию. И мы также в рамках нашей подготовки к более обширному, длительному интервью с вами хотели бы после этого коснуться нескольких личностных моментов. И большую часть вот этой второй части интервью, когда мы будем говорить с вами о вас, мы хотели бы сделать это завтра, если вас устроит такая работа. Пожалуйста. Of course. Yes, yes. Let's please do that. So you announced today that Russia has developed new nuclear-capable weapons systems, including an intercontinental ballistic missile that you say renders defense systems useless. Several analysts in the West have said this is the declaration of a new Cold War. Are we in a new arms race right now? Вы сказали сегодня о том, что Россия разработала несколько новых систем вооружения, в частности, то, что создана новая межконтинентальная баллистическая ракета, которая обладает ядерным источником, ядерным двигателем и, соответственно, делает системы обнаружения ее и защиты от нее бесполезными. Некоторые аналитики на Западе уже после вашего выступления успели высказаться, что тем самым объявлена новая холодная война. С вашей точки зрения, объявлена ли новая холодная война? Действительно ли вы объявили новую холодную войну? С моей точки зрения, те люди, о которых вы сказали, они не аналитики, они пропагандисты. Почему? Here's why. Потому что все, о чем я сегодня говорил, это не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны и ответ на выход, односторонний выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора об ограничении противоракетной обороны. И если говорить о гонке вооружений, то она началась именно в этот момент, в момент выхода Соединенных Штатов из этого договора. И мы хотели это предотвратить. Мы предлагали нашим американским партнерам совместную работу по этим программам. Во-первых, мы просили их не выходить в одностороннем порядке, не разрушать этот договор. Но США это сделали. However, the US did just that. Не мы это сделали. We didn't do it. Соединенные Штаты это сделали. The United States did it. Но даже после этого мы предложили им совместную работу. И я своему коллеге тогда сказал, представь себе, что будет, если Россия и США объединят свои усилия в таком важнейшем деле, как стратегическая безопасность. Мир изменится на долгую историческую перспективу, и уровень мировой безопасности поднимется на небывалую высоту. Нам сказали, это очень интересно, но в конце концов отказались от всех наших предложений. Тогда я сказал, ну, вы понимаете, мы вынуждены будем развивать ударные системы вооружения с тем, чтобы сохранить баланс, чтобы преодолевать вашу систему ПРО. И услышали в ответ, нам сказали, мы делаем систему ПРО не против вас, а вы делаете, что хотите. Будем исходить из того, что это не против нас, не против США. That happened right after 9/11. Это произошло three months after 9/11. После 2001 года примерно, после 11 сентября. Это было где-то... Нет, это было после выхода США из договора. США вышли из договора в 2002, а эти разговоры где-то были 2003, где-то 2004, наверное. At the time that happened, I believe you were quoted as saying you thought that was a mistake on the part of the United States, but not a threat. Do you perceive the United States as a threat today? Вас цитировали тогда, цитировали в том плане, что вы сказали, что со стороны Соединенных Штатов это ошибка, но не угроза. Сейчас вы воспринимаете Соединенные Штаты как угрозу? Мы всегда говорили, что развитие системы противоракетной обороны создает для нас угрозу. Мы всегда об этом говорили. Американские партнеры публично это не признавали. Говорили, что это против Ирана в основном. Но фактически, в конце концов, в разговорах, в переговорах, они признали, что, конечно, эта система будет обнулять наш потенциал ядерного сдерживания. Ну и представьте себе ситуацию. В 1972 году, в
чем смысл был договора, который был подписан в 1972 году? В том, что США и СССР имели только два района, которые защищали от ракетного нападения. Один в США, один в Советском Союзе. Это создавало угрозу для потенциального агрессора получить ответный удар. В 2002 году США сказали, нет, нам это больше не нужно. Мы будем создавать все, что мы хотим, глобально во всем мире. Again, in the wake of 9/11, just to make that clear, 9/11 happened on September 11th, 2001, and the United States was reassessing its security posture in the world for good reason, wouldn't you admit? Опять-таки, не сразу буквально, но по следам событий 2001 года, 11 сентября, когда США переосмысливали свою политику и свою позицию в плане безопасности, и согласитесь, когда такое произошло в стране, разве не естественно для нее переосмыслить свою позицию в плане безопасности и политику? Нет, не естественно. Это полная чушь. Потому что система противоракетной обороны нацелена на борьбу с баллистическими ракетами, которыми никакие террористы не обладали. Это объяснение для домашних хозяек, которые слушают и смотрят ваши передачи. Но если домашние хозяйки услышат то, что я говорю, если вы им это покажете, и они это услышат, и они в состоянии понять, что удары 11 сентября и противоракетная оборонная система ничего общего между собой не имеют. А чтобы защититься от ударов террористов, надо не создавать угрозы друг для друга великим державам, а объединять усилия в борьбе с террором. About the weapon that you announced today, the ICBM, have you actually tested it and it works? Because some analysts are suggesting you've tested it and it's failed, and that's why you only showed animations of it today and have not yet produced any actual videos. Та система вооружения, о которой вы сегодня говорили, МБР, вы испытывали ее, и она действительно работает. Я задаю этот вопрос потому, что некоторые аналитики уже успели заявить, что на самом деле испытания прошли неудачно, именно по этой причине была показана мультипликация вместо реальных кадров. Я сегодня говорил о нескольких системах. Вы какую имеете в виду? Вы имеете в виду именно межконтинентальную баллистическую тяжелую ракету? Yes, the one that you claim renders defense systems useless. Да, я спрашиваю о той ракете, которая, как вы и сказали, делает защиту от нее невозможной, бесполезной делает оборону от нее. Все, что, о чем я сегодня говорил, каждая эта система, она легко преодолевает систему противоракетной обороны. Каждая. В этом и смысл всех этих разработок. But you've tested it? Of this R&D. Но испытания были. Да, конечно. And it's worked. И испытания прошли успешно, она сработала. Очень хорошо. Какие-то из них подлежат еще дополнительной работе, дополнительную работу нужно провести по некоторым системам. Некоторые уже стоят на вооружении, а по некоторым, в отношении некоторых началось промышленное производство. Они уже пошли в серию. Если вернуться к началу нашего разговора. Вот смотрите. Take a look. Значит, на Аляске развернута такая система. Нас разделяют между Аляской и Чукоткой, российским берегом, всего 60 километров. Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, второй заканчивается строительством в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственной близости от российских берегов и на юге, и на севере. Но представьте себе, что мы бы сейчас поставили ракетные системы вдоль американско-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон. И плюс еще корабли бы подтащили с двух сторон. Что бы вы сказали на этот счет? What would be your response? Предприняли какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? So, Madman's ravings. Так и есть. But just to come back, so are you saying that we are in a new arms race? Хочу вернуться. То есть правильно я вас понимаю, что вы именно это и говорите, что мы сейчас находимся в рамках новой гонки вооружений? Я хочу сказать, что Соединенные Штаты, когда вышли в 2002 году из договора по ПРО, они вынуждены начать работу над новыми системами вооружений. Мы об этом сказали нашим партнерам. Они сказали, хорошо, делайте, что хотите. Вот мы сделали. Пожалуйте бриться. You disclosed that Russia was developing an intercontinental ballistic missile that was powered by nukes that could render defense systems useless?
Когда вы сказали американским партнерам о том, что создаете новую систему вооружения, вы сказали именно вот в таких терминах, что Россия создает новую межконтинентальную баллистическую ракету с ядерным источником собственного топлива, которое сделает антиракетные, противоракетные системы бесполезными и бессмысленными. Так это было выражено? Нет, конечно. Я не знал на тот момент, чем мы сможем ответить, говорю вам честно. Значит, а партнеры наши исходили, видимо, из того, что мы ничем не сможем ответить. Экономика находилась в тяжелом положении, оборонная промышленность, армия. Поэтому я думаю, что никому в голову не могло прийти, что мы за такой короткий срок можем сделать такой гигантский скачок вперед в развитии стратегических вооружений. Я думаю, что ЦРУ говорил, наверное, президенту Соединенных Штатов, ничего они не сделают, а Пентагон говорил, а мы сделаем мощную современную систему противоракетной обороны глобального характера. Ну вот и пошли вперед. Но я отвечу прямо на ваш вопрос. Я вам могу сказать, что было сказано нашим американским партнерам на тот момент, и что я лично говорил. Just to clarify, do you mean George W. Bush? Вы имеете в виду Джорджа Буша-младшего? Ну, кто был в 2002, 2003, 2004 году президентом? But are you, did this happen continuously, or was it just during that time frame? Это продолжалось постоянно или только в течение этого периода временного двух лет, который... На самом деле, мы всю плешь проели, говорили об этом постоянно в течение 15 лет. И было дословно сказано следующее, ну, почти дословно. Я сказал, что мы не будем сейчас развивать систему противоракетной обороны, как вы. Во-первых, потому что это очень дорого, и у нас нет таких ресурсов. И во-вторых, мы еще не знаем, как это все будет работать. И вы не знаете, и мы тем более. Но чтобы сохранить стратегический баланс, чтобы вы не смогли обнулить наши силы ядерного сдерживания, мы будем развивать ударные системы, которые будут способны преодолевать вашу систему противоракетной обороны. Это было сказано прямо, абсолютно откровенно, без всякой агрессии. Просто, ну, я сказал то, что мы будем делать. Ничего личного. В ответ на это мы услышали, мы делаем не против вас, а вы делаете, что хотите, мы будем исходить из того, что это не против нас, не против США. Let's talk about present day and going forward, because what you said today was that you'll use these weapons if Russia or her allies come under attack. And the question is whether you meant any attack or only a nuclear attack on Russia or its allies. Давайте о сегодняшнем дне поговорим и о будущем. Я услышал вопрос. Я еще хочу сказать, что в 2004 году, я сегодня об этом вспомнил, я на пресс-конференции сказал, что мы будем развивать вот конкретную, назвал, систему ракетную, «Авангард» мы ее называем. Сейчас мы ее назвали «Авангард», но тогда я просто говорил, как она будет работать. Прямо сказал, даже сказал, как она работать будет. Но мы надеялись, что это хоть это услышат, попробуют с нами как-то обсудить это, поговорить о совместной работе. Нет, ничего. Как будто ничего не слышали. Сокращение стратегических наступательных вооружений и система ПРО – это разные вещи. Мы будем сокращать число носителей, число боеголовок. Согласно СНВ-3. То есть количество будет сокращаться с обеих сторон. Но при этом одна сторона, США, будут развивать антиракетные системы. И в конце концов наступит ситуация, когда все наши ядерные ракеты, весь ракетный потенциал России – будет сведен к нулю. Поэтому мы всегда это связывали вместе. Всегда. Но так это было и в советско-американские времена. Это естественная вещь, это всем понятно. But it's your contention that the 4,000 nukes that Russia now has cannot penetrate the existing military defense system? Получается ли, так правильно я вас понимаю, что те 4,000 ядерных единицы вооружений, которыми Россия располагает на данный момент, не могут преодолеть противоракетные системы США на данный момент? Могут. Сегодня могут. Но вы развиваете свои антиракетные системы. Дальность антиракет возрастает. Точность увеличивается. Yes. Это оружие совершенствуется. Okay. Поэтому нам нужно адекватно отвечать на это. Чтобы мы могли преодолевать систему не только сегодня, но и завтра, когда у вас появится новое оружие. That's why it would be a big deal if you really did have a nuclear-powered ICBM, which people are questioning whether you have a usable one right now. And when you said earlier that you have some that have tested positively and excellent, you said others have not. So, for the record, right now, do you have a workable ICBM that's powered by nukes that you've tested successfully? Я понимаю, и именно поэтому наличие у России
межконтинентально-баллистической ракеты с ядерным двигателем действительно в корне меняло бы ситуацию и было бы мощным фактором. Вы сказали о том, что некоторые испытания прошли отлично, дали очень хорошие результаты. Другие не совсем, над ними еще надо работать. Я вопрос, если позволите, поставлю таким образом. Есть ли на данный момент у России рабочий и работающий вариант МБР с ядерным двигателем? Послушайте, я не говорил, что испытания какой-то из этих систем прошли неудачно. Они все прошли удачно. I didn't say that. Просто каждая из этих систем оружия находится на разных стадиях готовности. Одна из них уже находится на боевом дежурстве. В войсках находится. Вторая тоже. По некоторым системам идет работа по плану. У нас нет сомнения, что они будут на вооружении. Нет сомнений. Так же, как не было сомнений в 2004 году, что мы сделаем ракету с так называемым крылатым планирующим блоком. Вы все время говорите про баллистические межконтинентальные ракеты, которые новые ракеты. You keep mentioning ICBMs. Вы говорите об МБР все время? Нет. No. Я говорю, что мы создаем только одну новую, совсем новую ракету. Тяжелого класса, которая придет на смену нашей ракете, которую мы называем «Воевода», а у вас называют, прости Господи, «Сатана». Мы вместо нее будем ставить новую, более мощную ракету. Вот она баллистическая. Все остальные системы, они не баллистические. В этом весь смысл. Потому что системы противоракетной обороны работают против баллистических ракет. А мы создали целый набор новых нового стратегического оружия, которое не двигается по баллистическим траекториям. И системы противоракетной обороны против них бессильны. Это значит, что деньги налогоплательщиков США выброшены на ветер. But again, you say that you're going to use these weapons, these nuclear-powered weapons, if Russia or its allies come under attack. Any attack or only a nuclear one? Хочу вернуться к вопросу, который начала задавать. Вы сказали, что Россия использует эти системы против в случае, если будет совершено нападение на Россию или на ее союзников и союзниц, нападение ядерное или любое? У нас два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. Первое – это нападение с помощью ядерного оружия на нас или нападение на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений. Но в том случае, если создается угроза существованию государств. That's consistent with the existing Russian doctrine on use of nuclear weapons. Это соответствует нынешней действующей российской доктрине об использовании ядерного оружия. Совершенно точно два повода для ответа ядерным оружием. Are you interested in new talks to extend the new strategic arms control treaty? Россия заинтересована, вы заинтересованы в том, чтобы провести новые переговоры о новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений? Ну, у нас скоро заканчивается срок действия СНВ-3. Мы готовы к продолжению этого диалога. Для нас ведь что важно? Мы согласны на сокращение, либо на продолжение действующих условий, на сокращение носителей, сокращение боеголовок. Но теперь, когда у нас появляется оружие, которое легко преодолевает все системы ПРО, для нас не так критично снижение количества баллистических ракет и боеголовок. So would these weapons be part of those discussions? Эти новые системы, о которых вы говорили, они бы стали частью новых переговоров о сокращении стратегических вооружений? С той точки зрения, что и количество носителей, и количество боеголовок, которые на них могут быть размещены или будут размещаться, конечно, должны включаться в общий зачет. И мы издалека вам покажем, как это выглядит. У нас между военными там есть понимание, как проводятся вот эти проверки, есть, в принципе, в этом смысле отработанные механизмы и достаточно высокий уровень доверия. В принципе, военные работают достаточно профессионально друг с другом. Политики много разговаривают, а военные знают, чего они делают. You're a politician. Вы же политик. Я военный тоже. Я верховный главнокомандующий. И я 17 лет был офицером военной разведки. Are you proud of that fact? Do you like the fact that you were in the KGB? Like people to know that?
Вам импонирует, как вам импонирует лично тот факт, что вы работаете в КГБ, так и то, что это общеизвестный факт, и то, что об этом знают люди? То есть у вас это вызывает положительные эмоции? Не положительные, не отрицательные. Это был большой опыт, причем в самых разных областях. Это было полезно для меня, когда я перешел в гражданскую сферу. В этом смысле это, конечно, положительно. Мне помогало. How so? It helped me. How did it help? Каким образом вам помогало? Ну, вы знаете, я же работал, после того, как ушел из разведки, я работал, допустим, в университете. Был помощником ректора Петербургского университета. Это работа с людьми, это умение контакты налаживать, побуждать каким-то действиям, объединять людей. Это очень важно в академической среде. Потом я работал заместителем мэра Петербурга. И там это... Ответственность еще более большая, широкая. Я отвечал за международные связи Петербурга, 5-миллионного мегаполиса. Впервые познакомился, работая в Петербурге на этой должности, с Генри Киссинджером. Все это помогало, конечно, в работе тогда, а потом вот уже дополнительный опыт помогал работать в Москве. Do you think it gives you an advantage over your adversaries and your allies? Как вы думаете, дает это вам преимущество, вам лично, над вашими как союзниками, так и соперниками, противниками, этот опыт? Мне трудно сказать. У меня нет другого опыта. Единственное, что я знаю, мои партнеры, главы государств, правительств, это исключительные, выдающиеся люди. Они прошли большую селекцию и отбор. И случайных людей на этом уровне не бывает. И каждый из них имеет свои преимущества перед другими. What about that? Because you've been in power for a long time here in Russia, poised to go into another term as president. You've had four American presidents come and go during that time. I'm wondering if you had a favorite, if there's one you liked more than the others. Такой вопрос. Вы уже долго находитесь во власти в России. На вашем веку уже сменилось 4 американских президента. И вопрос у меня такой, кого ли вы из них вы предпочитаете остальным? Это, вы меня простите, это не очень корректный вопрос. Каждый из моих партнеров хорош по-своему. Ну, и в целом у нас добрые отношения были, практически со всеми. Да. И я с Биллом Клинтоном, он уже уходил с должности президента, но мы с ним еще несколько месяцев могли поработать вместе. Потом и с Бушем, и с Обамой, и вот сейчас меньше, конечно, но и вот с действующим президентом. Ну, у каждого есть нечто такое, что не может не вызывать уважения. При этом мы могли спорить, не соглашаться, и часто это происходит. У нас разные позиции по многим, даже ключевым вопросам, но все-таки нам удалось как-то сохранять нормальные человеческие отношения. Если бы этого не было, было бы гораздо не только труднее, а гораздо хуже для всех. How important do you think it is to project strength as a president? Как вы думаете, насколько важно, будучи президентом, создавать впечатление силы, проецировать силу? Важно не создавать впечатление, а проявлять ее. И важно только еще и то, что мы понимаем под силой. Это не просто стучать кулаками, громко кричать. Я считаю, что сила имеет несколько измерений. Первое – это человек должен быть убежден в правоте того, что он делает. И второе – он должен быть готов идти до конца в достижении целей, которые перед собой ставят. I wonder this because one of the images that we see of you in the United States is without the shirt on the horse. What's that about? У меня в связи с этим вопрос возникает. Вот когда время от времени случаются фотографии в западной прессе, в американской прессе, вас, скажем, скачущего на лошади, без рубашки. В этом есть какой-то смысл? Это зачем? Я отдыхаю. Есть ваши коллеги российские, есть интернет. Ну, так, чтобы совсем уж целенаправленно мы это не делаем. Берут то, что нравится.
У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, в бумагах, в кабинете, но это никому не интересно. Я видел фотографии. You're saying they like the shirtless photos. Хотите сказать, что людям нравится, когда вы сфотографированы без рубашки? Знаете, я видел фотографии свои, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал. Но фотографии такие есть. Now, what about you personally? Because your election's coming up in 2 weeks. You're 65 years old now. Most people would be slowing down a little in their lives. Do you see that for yourself at all in the future? Выборы, можно сказать, на носу через 2 недели. Вам ни много ни мало 65 лет. Некоторые, может быть, даже многие люди в этом возрасте уже задумываются о том, чтобы немного сбавить обороты. Вот вы в своем будущем предвидите ситуацию, когда вам захочется слегка сбавить обороты? Ну, во-первых, насколько мне известно, в мире много политиков действующих, которые старше меня, и они работают очень активно. Including in my country. В том числе и в моей стране. Не только в США, но и в других странах. В мире очень много таких. В Европе есть, и где угодно в мире. Но если человек приходит на первое место, он должен активно работать так, как будто это он делает в первый раз в своей жизни. Как первый и последний. Но есть Конституция. Я никогда Конституцию не нарушил. И никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность работать, еще один срок буду работать, разумеется, вот, с полной отдачей сил. Last question for tonight, because it's late. Последний, поскольку уже поздно, вопрос на сегодня. What, and forgive me if this may be a long one, but what do you see as your greatest accomplishment as president, and what do you see as your biggest mistake, and what did you learn from it? Извините, если ответ на него будет, возможно, долгим, но звучит вопрос таким образом. Как президент, на посту президента, каким вы видите, что вы считаете своим самым большим достижением и что вы считаете своим самым большим промахом, ошибкой? Вы знаете, и то, и другое будет очень близко. Самое большое достижение – это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в 2 раза по объему. У нас в 2 раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. И в то же время из того, что не сделано до конца, это то, что за чертой бедности у нас еще живет слишком много людей. Нам нужно сокращать, убирать эти ножницы между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. В связи с этим там много и плюсов есть, и нерешенные пока вопросы. В начале 2000-х годов население страны сокращалось каждый год почти на 1 миллион. Представляете, какая катастрофа? 900 тысяч почти. Мы эту ситуацию переломили. Вышли даже на естественный прирост. Младенческая смертность у нас минимальная. Материнская почти сведена к нулю. Мы подготовили и осуществляем большую программу поддержки материнства и детства. У нас самый большой рост сейчас, темп роста продолжительности жизни. Много изменилось в экономике. Но нам не удалось решить главную задачу в экономике. Мы поменяли так, как нам нужно еще, структуру самой экономики. Мы не добились необходимых нам темпов роста производительности труда. Но мы знаем, как это сделать. И я уверен, мы это сделаем. Дело в том, что у нас и не было возможности пока решать эту задачу. Потому что до сегодняшнего момента у нас не были созданы еще макроэкономические условия для конкретных действий по этим направлениям. У нас в начале пути инфляция была под 30%. Сейчас она у нас 2,2. У нас растут золотовалютные резервы, у нас стабильная макроэкономика. И это как раз дает нам шанс сделать следующий шаг и в направлении повышения производительности труда, привлечения инвестиций, в том числе частных, в изменении структуры экономики. Это я вам говорю крупными блоками. Есть еще и конкретные направления, включая современные технологии, искусственный интеллект, цифровизацию, AI, digitalization, биологию с медициной, biology, геномные исследования и так далее. Much more on the economy and how Russia's doing tomorrow and on your re-election.
Thank you so much for your time tonight, Mr. President. I know you've had a long, long day. Look forward to meeting up with you in Kaliningrad. Я надеюсь, что завтра мы намного больше поговорим об экономике, о том, как вы собираетесь переизбираться, о других вопросах, связанных с Россией завтра в Калининграде, когда у нас будет больше времени. Я знаю, что у вас очень длинный был трудный день, поэтому особо вам спасибо, что уделили так много времени. Спасибо вам тоже. Mr. President, good to see you again. Президент, рада вас видеть снова. Good afternoon. So, we're here in Kaliningrad. Итак, why мы здесь is в Калининграде. That? This is почему a port that I'm told could not be more threatening to NATO, to Europe. Является ли it's это местом, a Russian military base, it's a Russian military port, it's угроза home to some НАТО. Of your nukes. Are you это trying to send место a message? Расположения каких-то ядерных оружий, таким образом пытаетесь дать какой-то сигнал кому-то? Итак, почему Калининград? Ну, потому что я регулярно езжу в регион Российской Федерации. Это один из регионов, где тоже систематически появляюсь, бываю здесь. И на этот раз поводом была встреча региональных СМИ, которую они решили провести здесь. Не я решил провести эту встречу здесь, а они, ваши коллеги из региональных СМИ России. Ну а у меня была с ними договоренность, что я эти встречи один раз в год посещаю и встречаюсь с представителями региональной прессы. Поэтому я сегодня приехал сюда. Это ничего не имеет общего с какими-то сигналами вовне. Это просто наша внутренняя, внутриполитическая работа. Understood. Понимаю. So the last time we met, в прошлый раз, когда мы встречались в июне, я спрашивала вас о выводах, которые сделали наши разведслужбы относительно вмешательства России в президентские выборы. Вы сказали мне, что в этих отчетах нет ничего особенного, что если бы было что-то конкретное, то тогда мы могли бы что-то обсудить. Вы сказали мне, что нужны явки, пароли, имена. С того момента были обвинены 13 россиян, 3 компании в рамках доклада Мюллера за вмешательство в выборы. Евгений Пригожин и многие другие, которые вели кибервойну из своих офисов в Санкт-Петербурге, в России. Есть конкретные имена, явки, пароли. Можем мы сейчас продолжить такие обсуждения? Как вы считаете? Конечно, не просто можем. Мне кажется, что если эта тема продолжает вас волновать, то, наверное, мы должны даже поговорить на эту тему. Но если вы считаете, что вопрос уже задан, я готов на него ответить. Почему вы допустили такую нападку на США? А почему вы решили, что власть России, и я в том числе, кому-то разрешили это делать? Вы сейчас назвали ряд лиц. Кое-кто из них неизвестен, кое-кто неизвестен. Но это просто физические лица, они не представляют российскую власть. И если даже предположить, хотя я не уверен на 100%, делали ли они что-то во время президентской кампании в США или не делали, я просто об этом ничего не знаю. Но это не имеет ничего общего с позицией российского государства. Ведь речь шла о вмешательстве России как российского государства во внутренние политические дела Соединенных Штатов. Ничего с тех пор, как мы с вами разговаривали в последний раз в Петербурге, не изменилось. Появились какие-то фамилии, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые, сидя здесь, вмешиваются в ваши собственные политические процессы. Это ничего не поменяло. But it wasn't Americans, it was Russians. Но это были не американцы, это были русские. Сотни людей. Бюджет в размере 1,2 миллиарда долларов был направлен для того, чтобы совершить нападение по США в рамках кибервойны. Вы сейчас готовитесь к выборам. Должны ли русские люди тоже быть обеспокоены относительно того, что вы не знаете, что происходит у вас в стране, в вашем родном городе? Послушайте, мир очень большой и многообразный. У нас достаточно сложные отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. И часть наших людей имеет свое собственное мнение по поводу этих отношений. И соответствующим образом реагирует на уровне правительства Российской Федерации, на уровне президента Российской Федерации. Никогда никакого вмешательства
во внутренние политические процессы в Соединенных Штатах не было и нет. Вы мне назвали каких-то физических лиц и говорите, что они русские. Ну и что? А может быть, они, будучи русскими, работают на какую-то американскую компанию? Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов? Я понятия об этом не имею. Это не мои проблемы. Ведь знаете, что, допустим, на Украине некоторые после выборов, причем государственные деятели, послали поздравительные телеграммы Хиллари Клинтон, хотя победил Трамп. Ну, послушайте, мы-то здесь при чем? Вот сейчас, по-моему, господин Манафорт, так его фамилия, да, его изначально обвиняли в том, что он какое-то отношение имеет к вмешательству России в президентские выборы в США. Выяснилось совсем другое, что он связан был с Украиной. И там у него какие-то проблемы с Украиной возникли. Но мы-то здесь при чем? Вы знаете, нет у нас желания заниматься вмешательством во внутренние дела других стран. Но если вам интересно поговорить на эту тему, я хотел бы расширить тогда поле нашей дискуссии. Конечно же, я хочу поговорить на эту тему. Может быть, мы могли бы делать это пошагово, тогда все было бы более понятно для тех, кто смотрит наше интервью. Вы говорили, что Российская Федерация не заказывала этого. Вы поощряете такую деятельность? Мы не поощряем и не заказываем. Но я говорю, что внутри политических процессов в самих Соединенных Штатах и люди, которые хотели добиться какого-то результата, они могли пользоваться, такие технологии есть, какими-то инструментами в других странах. Они могли засылать соответствующую информацию из Франции, из ФРГ, из Азии, из России. Мы-то здесь при чем? При чем здесь? Это были не русские. Ну хорошо, русские, но это же не были государственные чиновники. Ну и русские что? Русских 146 миллионов человек. Ну и что? What have you done to satisfy yourself of that fact? А что вы сделали для того, чтобы довольствоваться этим фактом, который вы сейчас назвали? Каким? What have you done to satisfy yourself that it wasn't Russians? That you're suggesting maybe it was Americans? Что вы сделали, чтобы убедить себя, что это были не русские? Вы сказали, может быть, американцы, может быть, это были французы. Что вы сделали, чтобы понять, что на самом деле эти 13 человек, включая ваших друзей, что вы сделали, чтобы убедиться, что они не были связаны в этом? Я знаю, что они не представляют российское государство, российскую власть. А что они делали конкретно, я понятия не имею. И не знают, чем они руководствовались, если они даже что-то делали. Пусть тогда наши американские коллеги не просто там в прессе что-то рассказывают. Пусть дадут нам материалы конкретные, с обоснованием. Мы готовы будем рассмотреть и поговорить на эту тему. Но знаете, что я бы хотел сказать? Было бы прекрасно. Вы обеспечите экстрадицию в США? Никогда. Россия вообще своих граждан никому не выдает. Так же, как и Соединенные Штаты. Вы-то разве кого-нибудь выдаете своих граждан? Это во-первых. Во-вторых, я не вижу, что мы совершили какое-то противоправное действие. И в-третьих, мы неоднократно предлагали Соединенным Штатам наладить соответствующее отношение в этом плане, подписать соответствующий договор межгосударственный о выдаче уголовных преступников. Соединенные Штаты уклонились от этого и не хотят этого делать с Россией. На что же вы рассчитываете? Что мы вам будем кого-то выдавать, а вы нет? Так международные дела не делаются. И еще, вы знаете, я вас прошу меня все-таки выслушать и довести до ваших зрителей и слушателей то, что я сейчас скажу. Вот мы дискутируем с нашими американскими друзьями и партнерами, причем с представителями государства. И говорим, когда они нам предъявляют претензии по поводу того, что какие-то русские вмешивались в выборы в США, мы им говорим, совсем недавно, вот, на очень высоком уровне, но вы-то постоянно вмешиваетесь в нашу политическую жизнь. Вы представляете, они даже этого не отрицают. Что же они нам ответили вот последний раз? Они нам сказали, да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию. А вы нет, вы не можете. Вы считаете это цивилизованная, современная постановка вопроса в международных делах? Вот когда-то мы с вами вчера говорили о ядерном оружии. Когда-то Соединенные Штаты и Советский Союз договорились, поняли, что дело идет к возможному взаимному уничтожению, и договорились о том, как себя вести в этой сфере. В сфере обеспечения безопасности при наличии средств массового уничтожения. Но давайте сейчас договоримся, как вести себя в киберсфере,
которой раньше в таком качестве и таком объеме, и таком объеме не было. Позвольте мне задать следующий вопрос. И мы предложили Соединенным Штатам, нашим партнерам, еще при президентстве Обамы. Давайте договоримся, как мы выстроим отношения, выработаем правила общие, понимаемые, и будем их придерживаться в киберпространстве. Значит, первая реакция администрации президента Обамы была отрицательной, а потом в конце, в самом уже конце его президентского срока, нам сказали, да, это интересно, давайте поговорим. Но опять и все исчезло, куда-то в болото утонуло. Ну давайте договоримся об этом, мы же не против. Okay, so let me ask you. So you've stated explicitly you believe that America interfered in Russian elections, right? Вы четко сказали, что считаете, что Америка вмешивалась в выборы в России, правильно? Постоянно это делает. But Russia did not interfere in America's election. А Россия не вмешивалась в выборы в Америке? Нет. И не собирается этого делать. Это невозможно. Для нас это невозможно. Почему нет? Почему бы вы не стали это делать? Во-первых, у нас есть свои принципы, которые заключаются в том, что мы не позволяем вмешиваться в свои внутренние дела и не лезем в чужие. Это наш принцип. Первое. А второе, у нас нет такого количества инструментов для... Нет, не может быть. Вы только вчера мне говорили. Вы говорили, что США развивают ПРО, вы отвечаете ядерным оружием. А теперь вы говорите мне, что мы вмешиваемся в выборы в России. Вы говорите, ну мы не будем этого делать, мы будем преследовать жестким моральным принципам. Это совсем другая сфера деятельности. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет таких инструментов. Cyber-warfare. Кибервойна. Это... абсолютно другая деятельность. Это никакая не кибервойна. И у нас нет таких инструментов, как у вас. У нас нет мировых СМИ, каких у вас. Как CNN, как ваша. Где у нас? У нас вот есть Russia Today. Все. Единственный инструмент наших средств массовой информации. И то вы объявили... У вас есть свои механизмы военных действий в киберпространстве. Вы меня все время перебиваете. Это некорректно. Forgive me, прошу прощения. Значит, у нас есть одно средство массовой информации, Russia Today. И то его объявили иностранным агентом и не дают нормально работать. Единственное одно. У вас их целый набор. У вас огромные возможности работы в интернете. Интернет ваш. Все средства управления интернетом в руках Соединенных Штатов. И все инструменты находятся на территории США, управления этим киберпространством. Но разве можно сравнивать? Это невозможно просто. Но давайте договоримся о правилах поведения в этом киберпространстве. Вы же отказываетесь. Дэвид и Голиаф. She says as follows, we had a slight crisis here at work, the FBI busted our activity, not a joke, so I got preoccupied with covering tracks together with the colleagues. I created all these pictures and posts and the Americans believed that it was written by their people. And now you want to sit here and say you don't have the tools to do it, that we have the market on cyber interference? That's just not true. In США, the whole market of cyber instruments, it's just not true. I don't understand what you're talking about. Вы понимаете, это какая-то ерунда. Вы же в Конгрессе проводили анализ объема информации, которая поступала в интернет из каких-то российских источников. Проводили анализ объема информации, который поступал из таких средств массовой информации наших, как Russia Today. Это сотая доля процентов во всем информационном массиве Соединенных Штатов. Сотая доля. И вы что думаете, эта сотая доля так повлияла на ход президентских выборов? Это просто чушь, понимаете? Это продолжение той же самой линии, согласно которой те, кто проиграли, не хотят с этим согласиться. Вы понимаете? Я уже много раз об этом говорил. Мне, допустим, еще непонятно, как будет строиться политика Соединенных Штатов во главе с нынешним президентом в отношении России. Много еще чего не ясно. У нас нормальной работы до сих пор не налажена, нормальных контактов до сих пор нет. Но что совершенно очевидно, это то, что действующий президент выбрал определенную позицию внутри страны, сделал ставку на тех людей, которые готовы были поддержать идеи, с которыми он шел на выборы. Именно это основная причина его победы.
а не какое-то вмешательство со стороны. Это чушь. Но неужели кто-то поверит в том, что Россия, где-то за тысячи километров находясь, с помощью каких-то двух-трех русских, как вы сказали, которых я знать-то не знаю, да, значит, что они вмешались и повлияли на ход выборов. Вам самим-то не смешно? Now you're talking about causation, but I'm still on whether you did it. And it's not true that you don't know the individuals who are accused of conducting this. One of your good friends is actually accused of helping conduct this. His name is Yevgeny Prigozhin. You know him? Евгений Пригожин, вы знаете его? Я знаю такого человека, но он не числится в моих друзьях. Это просто передергивание фактов. Есть такой бизнесмен, он там занимается то ресторанным бизнесом, то еще чем-то. Понимаете, но он не государственный чиновник. Мы не имеем к нему никакого отношения. After you heard that he had been indicted, did you pick up the phone and call him? Услышали о том, что его обвиняют. Вы поговорили с ним? Вы подняли трубку телефона, позвонили ему? Еще чего не хватало. У меня столько дел и проблем. He's your friend. He's just been indicted. Его только что обвинили. Вы не слышали, что я сказал? Он не мой друг. Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Разве я не ясно сказал? И таких людей у нас очень много. В России вообще 146 миллионов человек. Это меньше, чем в США, но все-таки достаточно много. Вы сказали, что... Ну, он достаточно известен. Ну, известен, и что? Мало ли в России известных людей. Он не государственный чиновник. Он не состоит на государственной службе. Это просто частное лицо. Бизнесмен. Some people say his real job is to do your dirty work. Что его реальная задача – делать вашу грязную работу. Ну, это кто эти люди? И какую грязную работу? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю, все на виду. Это штамп у вас. У вас кто-то любит заниматься грязной работой. Вы думаете, что и мы то же самое делаем? Нет, это не так. It's A, the fact во-первых, that you know him, you admit that. Вы знаете, вы признаете это, он известный российский бизнесмен. Его обвиняют в ведении этой операции. Это тоже человек, которого обвиняют в направлении российских наемников в Сирию. They attacked a compound held by American-backed militia. This guy gets around. Ударили по комплексам, которым подлежат поддерживаемым американским единицам. Вы знаете, у этого человека могут быть самые различные интересы, в том числе, допустим, интересы в сфере топливного энергетического комплекса в Сирии. Но мы никак не поддерживаем, не мешаем ему и не способствуем ему. Это его личная инициатива, частная. Вы не знали об этом? Ну, я знаю, что несколько компаний, у нас там пара компаний, которые занимаются, в том числе, может быть, и его. Но это ничего не имеет общего с нашей политикой в Сирии. И если он что-то делает, он делает это не по согласованию с нами, а, скорее всего, по согласованию с сирийскими властями или сирийским бизнесом, с которым он там работает. Мы в этом не вмешиваемся. Разве ваше правительство вмешивается в каждый шаг представителей вашего бизнеса, тем более достаточно скромного? Это, по сути, средний бизнес. И что, ваш президент вмешивается в дела каждой американской средней компании, что ли? Это разве не нонсенс? If the 13 Russian nationals plus 3 Russian companies did in fact interfere in our elections, 13 россиян и 3 организации, на самом деле, вмешались в наши выборы, вы ничего не имеете против этого? Да мне все равно. Мне абсолютно безразлично. Потому что они не представляют государство. Все равно? Абсолютно безразлично. Они не представляют интересов российского государства. А если вас что-то беспокоит, ну скажите нам официально. Пришлите нам документы, подтверждающие это. Объясните нам, в чем они конкретно обвиняются. Мы тогда посмотрим. Если они нарушили российский закон... Я посмотрела. Это не так. Если они нарушили российский закон, мы их будем привлекать. А если они российского закона не нарушили, тогда их привлекать в России не за что. Но вы, в конце концов, должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским. Так и будет. А если вы хотите с нами о чем-то договариваться, давайте сядем за стол переговоров и выберем предмет этих переговоров, договоримся, подпишем документ. Но вы же отказываетесь от этого. Я вам в третий раз говорю, мы предложили совместную работу в области киберпространства. Но США же отказываются от официальной работы по этому направлению. Только в прессу вбрасывают каких-то 13 русских. А может там не русские, может там украинцы,
татары, евреи, просто с русским гражданством. Да и то проверить надо. Может, у них двойное гражданство или грин-карт. А может, им за эту работу американцы заплатили. Откуда вы знаете? И я не знаю. Well, I'll give you one piece of evidence. Andrei Крутик is an advisor to the Kremlin when it comes to cyber issues. And in a speech to an information security forum in February of 2016, he reportedly said, quote, I'm warning you. We are on the verge of having something in the information arena which will allow us to talk to the Americans as equals. Того, what do you think he meant? С момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве. Что он имел в виду? Потому что это звучит как угроза прямо перед тем, как были взломаны выборы. Мне кажется иногда, что вы шутите. Нет, я говорю совершенно всерьез. Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него и спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все, что... He's an advisor to the Kremlin. Ну и что? On cyber. Да у нас... по кибервопросам. У нас 2000 сотрудников администрации. 2000. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сам смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Но вы понимаете? Я понятия не имею, что он сказал. Но вы у него спросите. Вы думаете, что я должен комментировать все, что говорят сотрудники там администрации либо правительства? Что у меня своя работа. I think when it comes to our two countries, что когда речь заходит о двух наших странах, вы прекрасно знаете, что происходит. И сейчас это российская проблема. Проблема в том, что только что перед Конгрессом выступили наши главы разведслужбы. Они говорят о том, что Россия – это крупнейшая угроза безопасности США в мире. Больше, чем ИГИЛ. Вы не можете добиться отмены санкций сейчас. Практически не существует отношений между нашими странами. Разве это вмешательство, знали вы о нем или нет, не оказалось ударом обратным по России? Да слушайте, вы все преувеличиваете. Я так же, как не знаю, что кто-то у нас чего-то сказал, и не собираюсь комментировать эти высказывания, так же не отслеживаю, что у вас там в Конгрессе происходит. Мне интересно, что у нас в Государственной Думе происходит. Приняли закон в ближайшее время, который нужен для решения тех или иных проблем, связанных со здравоохранением или системой жилищно-коммунального хозяйства, или не приняли, или затянули по каким-то вопросам, или там лоббирование есть в каких-то интересах, и не проходит какой-то очередной закон в сфере охраны природы, лесов там, и решения экологических проблем. Вот меня что интересует. Что у вас там в Конгрессе дискутируют? Вы сами за этим следите, мне еще не хватало этим заниматься. You know that the sanctions haven't been lifted. Знаете, что санкции не были отменены. Вы знаете, что отношения между нашими двумя странами сейчас находятся пусть не на исторически низкой отметке, но очень близки к ней. И отчасти именно поэтому российское вмешательство в американские выборы – это плохо. Послушайте, санкции совершенно не связаны с каким-то мифическим вмешательством в выборы США со стороны России. Санкции связаны совсем другим. С желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Вот эта политика сдерживания России, она проводится уже десятками лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись. Это неверная политика. Она носит вред не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу, потому что дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на нашем рынке. Вот мы с вами были в Санкт-Петербурге на экономическом форуме. Самая большая делегация представителей бизнеса была из США. Но люди хотят с нами работать. А им не дают. Их сдерживают. Чтобы Россию сдержать. Ну вот сдерживали, в том числе для того, чтобы не дать возможности развиваться нашей оборонной промышленности. Ну вот вчера мы с вами обсуждали. Получилось что-нибудь? Нет, не получилось. Сдержать Россию не удалось. И не удастся никогда. Это просто, вы знаете, покушение со средствами, которыми... In cyber? Can we contain Russia in cyber warfare? А в киберпространстве мы можем сдержать Россию? Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Но надо это понять. Но послушайте, вы Северную Корею не можете сдержать. Ну о чем вы говорите? И зачем это делать? Вот зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чем-то?
Мы предлагаем сотрудничать. That's вот мой вопрос вам. That's как раз, почему вы постоянно вмешиваетесь в наши выборы? Или почему бы вы не стали этого делать? Позвольте задать следующим образом вопрос. В Санкт-Петербурге, в Москве, здесь, в Калининграде, вы потратили почти все наше время, говоря о том, что США вмешиваются в выборные процессы в России, и что у России мощный арсенал средств кибервойны, и вы говорите в то же время, что вы не вмешивались. Вам не кажется это неправдоподобным? Мне абсолютно не кажется это неправдоподобным. Потому что у нас нет цели вмешательства. Мы не видим, какой цели мы можем добиться, если мы будем вмешиваться. Цели нет. Ну, что, допустим, мы поставили доставили перед собой цель вмешаться. Просто так, ради процесса, что ли? Цель-то какая? Значит, я же вам... Creating chaos. Для того, чтобы посеять хаос. Такова цель? Послушайте меня. Вот недавно президент Трамп сказал очень правильную вещь. Он сказал, что если Россия ставила перед собой цель посеять хаос, то она вот этого добилась. Но это произошло не из-за нашего вмешательства, а из-за вашей политической системы, внутренней борьбы, неразберихи и противоречий. Россия здесь совершенно ни при чем. Абсолютно. Мы не имеем к этому никакого отношения. У себя разберитесь сначала. А вот такая постановка вопроса, о которой я сказал, что вы имеете право вмешиваться везде, потому что вы несете кругом демократию, а мы нет, она и порождает конфликты. Надо с уважением относиться к партнерам, и тогда будут с уважением относиться к вам. Однажды вы сказали, господин президент, что вы считали, что вмешательство в наши выборы было осуществлено некоторыми патриотически настроенными россиянами. И, конечно, люди зададут следующий вопрос, а вы патриотически настроенный российский гражданин? Я президент Российской Федерации, и в мои конституционные обязанности входит решение целого ряда вопросов по защите интересов России. Когда я говорил о людях, которые патриотически настроены, я имел в виду, что на фоне ухудшающихся российско-американских отношений можно себе представить, что люди, пользуются киберпространством, могут выражать свою точку зрения, свое мнение, в том числе в мировой сети. Конечно, могут. А разве можем мы это запретить? Но мы это не контролируем. И самое главное, что мы этим не управляем. Это не позиция российского государства. Я сразу вам об этом говорю. You can't. The Russian Вы не можете, intelligence российские разведслужбы не могут понять, кто это делает, и вы не можете положить этому конец, узнав об этом? Может быть, если бы мы занялись этим целенаправленно, мы, наверное, бы выявили этих людей, если они существуют. Но у нас такой цели нет, это задача. Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку там из Конгресса начали здесь бегать и какие-то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делается дело. So you have no goal to stop it. And so what does that mean for our elections in 2018? И что это означает для наших выборов в 2018 году, в 2020 году? Мы можем ожидать похожих случаев? Я не сказал, что у нас нет цели положить этому конец. Я сказал, что у нас you есть... Нет. Вы только что это сказали? Нет, я этого не говорил. Я сказал, что мы не вмешиваемся в частную жизнь наших людей и не можем им запретить высказывать свою точку зрения, в том числе и в сети. Но я также сказал, что позиция российского государства официальная заключается в том, что мы не вмешиваемся как государство во внутриполитические процессы в других странах. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы это было зафиксировано в нашем сегодняшнем разговоре, чтобы люди в США это поняли. And forgive me, but I'm trying to get to one level below that. Прошу прощения, я хочу дойти до более глубоких слоев. Вы хотите, готовы вы остановить ваших граждан от действий, которые подобным образом себя ведут и которые подрывают отношения между нашими странами? Я хочу вам сказать, что мы будем препятствовать всему, что нарушает российское законодательство или наши международные обязательства. В третий раз или в четвертый, я уже говорю и повторяю, мы готовы выйти на подписание соответствующего соглашения с Соединенными Штатами. Вы отказываетесь до сих пор. Давайте сядем за стол переговоров, выберем то, что мы считаем важным, подпишем этот документ и будем его соблюдать с обеих сторон. И соответствующим образом верифицировать и проверять.
You were president, sir. Respectfully, прошу прощения, со всем уважением, я по-прежнему не услышал ответа, готовы ли вы действовать против российских граждан, которые совершили эти преступления. Если я не права, то, пожалуйста, поправьте меня. Конечно, вы не ведете переговоров по этому вопросу с США, но внутри вы можете положить этому конец. Хочу, чтобы вы меня услышали. Мы будем препятствовать всему, что нарушает действующее в России законодательство. Если действия наших граждан, какие бы они ни были, и против кого бы они ни были направлены вовне, нарушают действующие в России законы, мы будем на это реагировать. Если они не нарушают российских законов, то мы не можем на это никак... With секундочку. This? Да, мы не можем на это реагировать. Таким образом? Если они законы России не нарушают, их не за что привлекать. Would this violate Russian law? Разве это не нарушает российское законодательство? Но я должен посмотреть, что они сделали. Дайте нам материалы. Ведь никто ничего не знает. Никто ничего не дает. Это взлом серверов Демократического комитета и взлом почтовых ящиков, распространение дезинформации в Твиттере, различная дезинформация по нашей президентской кампании, по стрельбе в Флориде, распространение информации, которая изменила течение президентской кампании. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к депутатскому корпусу, Конгрессу Соединенных Штатов, а мы с уважением относимся ко всем этим людям, я хочу, чтобы вы в конце концов поняли, там же есть люди с юридическим образованием у вас? Наверное, есть. 100% есть. И хорошо образованные люди. Они должны понимать и знать, что мы в России не можем никого преследовать, если они не нарушили российского закона. И мы даже не можем начать расследование, если повода для этого нет. Поводом не может быть наш с вами разговор сегодня. И не может быть поводом расследования этого факта в Конгрессе США. Ну дайте нам хотя бы официальный запрос с изложением фактов. Пришлите нам бумагу официальную. Ведь это не просто разговор в эфире, не может быть поводом для расследования. Разведслужбы, также специальный прокурор, который выступил с официальными обвинениями. Разве этого недостаточно для того, чтобы вы занялись этим делом? Абсолютно недостаточно. Если у вас не юридическое образование, я могу вам сказать, для этого нужен запрос через генеральный... Тогда вы должны понять, что для этого нужен официальный запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. И то у нас нет даже договора с вами о том, чтобы мы могли действовать. Но хотя бы бумагу пришлите. Владимир Путин не может дать указание о том, чтобы началось расследование о том, не было совершено что-то, что подрывает отношения с крупнейшим партнером России, Соединенными Штатами Америки. Документ давайте. Запрос дайте официальный. Мы на него посмотрим. You said that the last time, and now I'm back with сказали это в прошлом году. И сейчас официальное обвинение. Документа нет. Дайте запрос, документ в Генеральную прокуратуру. Нужно действовать по официальным каналам, а не с помощью средств массовой информации и ругани в Конгрессе США с обвинениями в наш адрес, которые ничем не подтверждены. Документ давайте. Let me ask you this. Хочу задать вам вопрос. В 2001 году вы были президентом, когда ФБР арестовали Роберта Хэнсона за то, что он шпионил в пользу России, и 15 шпионов были высланы из США, Кремль то же самое сделал, несколько дипломатов были высланы из России немедленно. В декабре 2016 года, после того, как разведслужбы наши пришли к выводу, что в самом деле было вмешательство в наши выборы, два объекта дип-недвижимости было реквизировано, конфисковано и выслано несколько дипломатов, тем не менее вы никак тогда не отреагировали на это. Почему? Мы считали, и сейчас я считаю, что это не имело ни под собой никаких оснований, во-первых. А во-вторых, это явное было сделано в явном противоречии с международным правом и с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Это грубейшее нарушение международного права, ничем не обоснованное изъятие нашей собственности. Мы очень рассчитывали на то, что будет реакция новой администрации. Но поскольку этого не происходит, я уже сказал об этом, и министр иностранных дел это повторил, мы будем обращаться за защитой наших интересов в соответствующие судебные инстанции Соединенных Штатов.
задать вопрос о президенте Трампе. Каждый раз, когда он что-то говорит о вас, это всегда проникнуто уважением. Никогда у него нет жесткого слова в отношении вас. Так даже, когда он говорит о своей партии или же о политических лидерах, или о своих сотрудниках, он постоянно их оскорбляет. Почему он так трепетно относится к вам, как вы считаете? Я думаю, что он не ко мне лично трепетно относится. Я думаю, что он опытный человек, он бизнесмен с очень большим опытом и понимает, что если нужно, есть необходимость наладить с кем-то партнерские отношения, то нужно относиться к своему будущему или действующему партнеру с уважением, иначе ничего не получится. Я думаю, что это чисто прагматический подход. Это во-первых. А во-вторых, даже несмотря на то, что для него это первый президентский срок, все-таки он человек, который быстро учится, он прекрасно понимает, что на таком уровне, на котором мы находимся, заниматься взаимными претензиями, оскорблениями, это путь в никуда. Это просто лишить наше государство последнего шанса на диалог. Просто последнего шанса. Это было бы крайне прискорбно. Но если вы обратили внимание, я со своей стороны и к нему, и ко всем своим коллегам, не только в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Азии, также отношусь всегда с неизменным уважением. You may, but возможно, вы и относитесь. Однако наш президент назвал главу Северной Кореи маленьким человеком с ракетой. То есть он не столь дипломатичен, когда он говорит о других. Наверняка вы слышали об этом. И вы знаете нашу реакцию на этот счет. Мы всех призываем к сдержанности. Что вы думаете о президенте Трампе? Это вопрос не очень корректный, потому что оценку работе президента Трампа должен давать американский народ, его избиратель. Но вот что бы я отметил, это нравится кому-то это или не нравится. Нам некоторые вещи тоже могут не нравиться, но он все-таки делает все возможное для исполнения тех предвыборных обещаний, которые он давал американскому народу. Ну что же, он последователен в этом смысле, и думаю, что на самом деле это единственный правильный способ подтвердить свое уважение тех людей, которые за него проголосовали. He's praised your leadership. Он восхвалял ваши лидерские качества. Является ли он эффективным лидером? Ну, повторяю, это американский народ должен определить. Но у него ярко выраженные лидерские качества, конечно, присутствуют. Потому что он берет на себя ответственность при принятии решений. Нравятся эти, повторяю, решения кому-то или нет, но все-таки это делает. Это, безусловно, признак наличия этих лидерских качеств. Do you ever read his tweets? Читаете вы вообще когда-нибудь его твиты? Нет. Do you ever tweet? Вы когда-нибудь публикуете твиты? Нет. Why not? Почему нет? У меня есть другие средства выразить свою точку зрения или провести какое-то решение. Ну, Дональд более современный человек. Mm-hmm. Would you say he's more colorful than you are? Сказали бы вы, что он является более ярким, чем вы? Может быть. Let me ask you one question, going back to the election interference issue. Что касается Хиллари, мы с ней лично знакомы, и в целом всегда, как бы, когда мы встречались, у нас был хороший диалог. Я вообще не очень понимаю, почему на каком-то этапе, видимо, ее советники посоветовали там, сосредоточить часть своей избирательной кампании на критике того, что происходит в нашей стране. Ну, это их выбор. Я никогда это не относил лично на ее счет. Это просто
такая линия поведения. Что касается всяких там досье, то это вообще полный бред. Там кого-то упоминали из числа моих знакомых, друзей. Ну и что? Ничем это, как известно, не закончилось. Все это чушь, ерунда и просто трескотня в прессе. Я вообще даже забыл об этом. Даже не очень помню, о чем там шла речь. И вообще меня ничего не может разозлить в этом плане. Я руководствуюсь прагматичными соображениями, а не эмоциями. Since you mention it, a friend of yours mentioned those Panama Papers. Let me ask you about Sergei. Ваш друг говорил об этих документах. Сергей Вадубин. Legend has it that this guy introduced you to your ex-wife. Говорит, что он представил его к его бывшей женой. He's a cellist by trade, right? Крестный отец ваших дочерей. Да, значит, я этого человека очень хорошо знаю. Это один из моих друзей. Он замечательный музыкант. Вся его жизнь посвящена искусству, музыке. Действительно, у нас много, кстати говоря, деятелей искусства, которые так или иначе бизнесом занимаются. У него есть, кроме меня, есть и другие связи в стране, в том числе с представителями бизнеса, которые включили его в эту работу. Он законным образом заработал определенные деньги. Никаких сотен миллиардов там он не зарабатывал. Все деньги, которые он лично заработал, он опустил на приобретение музыкальных инструментов за границей и ввез их на территорию Российской Федерации. Некоторые из этих инструментов он использует сам, ну практически один виолончель, он на виолончели играет. $12 миллионов. Да, по-моему, так, что-то в этом роде. Значит, ну это уникальный инструмент. Много денег. Да, вот представляете, он такой ненормальный человек, а люди искусства, они все немножко с приветом. Он все эти деньги истратил на приобретение музыкальных инструментов. Купил, по-моему, две виолончели, по-моему, две скрипки. На одной играет сам, все остальные раздал другим музыкантам, и они используют их в работе. Они все ввезены на территорию России. But according to the Panama Papers, ну, согласно панамским this massive досье, series of leaked documents about offshore bank accounts, he's got assets, this cellist of at least $100 million, у него, по крайней мере, 100 миллиардов активов. In Russia's biggest TV ad agency, у него есть доля в крупнейшем российском медиагентстве, у него есть яхта, у него есть проценты в российском банке. Отличный музыкант. Вы знаете, я не в курсе его бизнеса, его дел каких-то, но можете мне поверить, я точно знаю, что реальных доходов у него столько, ровно столько, чтобы купить эти музыкальные инструменты. Все остальное – это какие-то бумажные движения на бумаге. Ничего у него больше нет, кроме того, что он приобрел. Но, может быть, у него что-то еще есть, но это вы у него должны спросить. Я же не контролирую его жизнь. Но вопрос заключается следом. Как виолончелист зарабатывает столько денег? Люди задаются этим вопросом, потому что многие... Послушайте, вы возьмите очень многих наших представителей искусства, да и у вас, наверное, такие есть. У вас же есть представители искусства, в том числе из Голливуда, которые то ресторан содержат, то акции какие-то купили. Что, в США мало таких представителей шоу-бизнеса и искусства, что ли? Да полно, гораздо больше, чем у нас. И у нас очень много таких, которые занимаются бизнесом, кроме своей творческой деятельности. Ну, очень много. Но он один из них. Ну и что? Вопрос ведь не в том, занимается он или нет. Получил он какую-то прибыль или не получил. Вопрос в том, он нарушил что-нибудь или нет. По моим данным, он ничего не нарушал. No, there's no issue with making money. I'm an American, то есть нет вопроса с тем, что вы делаете деньги. Я из Америки, really мы капиталисты. Но вопрос лишь в том, ваши ли это деньги на самом деле, которые вы доработали. Это точно не мои деньги. Я даже не считал, сколько их у господина Ралдугина, как я сказал. Но по моим данным, в своей деятельности, как в творческой, так и в бизнес-составляющей, он никогда ничего не нарушил. Ни одного российского закона, ни одной правовой нормы. Speaking of money,
Знаете ли вы о том, что большие деньги, связанные с Россией, шли на собственность Трампа? Чушь это все. Никаких там вливаний на собственность Трампа в России не было, насколько мне известно. Я даже не знаю, были ли такие планы серьезные. Да. Неужели? Послушайте, вам все кажется, что весь мир крутится вокруг вас. Это не так. Вот... Это не обо мне, это о том, что сказал сын Дональда Трампа. Но вы думаете, что мы все знаем, что сказал сын Дональда Трампа? Ну, не так это, понимаете? Вот Дональд приезжал сюда, в Россию, когда еще не был даже кандидатом. Я даже не знаю, что он приезжал. Ну, то есть, задним числом я об этом узнал, мне сказали, вот он, оказывается, был в России. Да понятия не имею, что он был в России. Что сказал его сын по этому поводу, я тоже понятия не имею. Послушайте, я не знаю, что он сказал. Он что-нибудь нарушил или нет, сын Дональда Трампа? Если он что-то нарушил, ну, предъявите к нему претензии. А если он ничего не нарушил, чего вы цепляете за каждое слово? До того, как Дональд Трамп хотел стать президентом, он говорил, что он знал вас, он много говорил с вами. Это правда? Я не был знаком никогда. До его президентства, до того, как он выдвинул свою кандидатуру? Да, до того, как он выдвинул свою кандидатуру. Нет, мы не были с ним знакомы. Никогда с ним даже не разговаривали, ни по телефону, никак. Вы очень скоро будете, скорее всего, избраны на четвертый срок президентства России, правильно? Посмотрим, как решит российский избиратель. How does somebody like Vladimir Putin, как кто-то вроде Владимира Путина, который столь популярен в России, как вы, мог бы почувствовать хоть какую-то угрозу от Навального? Я понимаю, что он попал в серьезную беду, но могли бы вы стать с ним партнером и позволить ему стать вызовом для вас? Вопрос о том, с кем я мог бы сотрудничать, а с кем бы я не хотел сотрудничать, я могу сказать абсолютно откровенно. Я хотел бы сотрудничать с теми людьми и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, конкурентоспособной, страной стала самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть, в том числе и... Могли бы вы его также помиловать, чтобы он стал достойным оппонентом? Навальный как раз такой человек, он достаточно популярен здесь, в России. Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает. Почему бы вы этого не сделали? Если он этого заслуживает. Значит, исключений здесь нет ни для кого. Нет ни для кого исключений. Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим о определенных политических силах. У них нет программы развития страны. У них что положительного есть? И что мне, в принципе, нравится? Это то, что они вскрывают проблемы. И это хорошо, на самом деле. Это правильно. Это нужно делать. Но для развития позитивного страны этого недостаточно. Совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить свое внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям. А нам нужно созидание. Our political analysts tell me you're exactly right about your chances in the upcoming election, that you have no meaningful opponent, что у вас нет какого-то значимого оппонента, то, скорее всего, вы одержите победу на выборах. What's next after that? А что дальше? Что будет после этого? Китайский председатель только что отменил ограничения на президентские сроки. Это то, что вы бы сделали тоже? Я не думаю, что мы сейчас в этой... С вами встреча, в этой беседе, в интервью американскому телевидению, я должен рассказывать о своих политических планах. Но я и вчера, по-моему, вам говорил и сказал, что я никогда не менял Конституции,
не делаю это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Что касается Китая, то прежде чем критически относиться к тем или другим решениям в такой стране, как Китай, нужно подумать и вспомнить, что там живет 1,5 миллиарда человек. И подумав об этом, нужно прийти к выводу о том, что все мы заинтересованы, чтобы Китай был стабильным, процветающим государством. А как это лучше сделать, это, наверное, виднее самому китайскому народу и китайскому руководству. Can you leave power? Можете ли вы уйти из власти? Потому что многие эксперты говорят, что это практически было бы невозможным для вас, потому что вы в вашем статусе, вы, скорее всего, окажетесь в тюрьме, в результате действий ваших противников, или произойдет что-то еще гораздо более ужасное. То есть вам нужно, чтобы сохранить свою дееспособность и чтобы быть в порядке, оставаться у власти. Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредни по этому поводу. Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мной за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития на следующие, для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые все будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому-то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединенных Штатах. Но не думаю, что они правы, потому что Соединенные Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом, в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной. Если у вас есть, конечно, возможность заглянуть хотя бы на 25-50 лет вперед. Have you groomed a successor? Is there anyone in mind? Присмотрели ли вы какого-нибудь последователя? Есть ли у вас кто-то уже на уме? Я с 2000 года об этом думаю. Но думать не вредно. В конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизируя кому-то или наоборот, мне кто-то не нравится, люди придут на, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательные решение примут граждане Российской Федерации. Let me ask you a bit about Syria. Давайте мне задать вам вопрос о Сирии. Do you believe the chemical weapons attacks? Как вы считаете, что нападение с использованием химического оружия в Сирии – это ложные новости, дезинформация? Конечно. Значит, во-первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во-вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в-третьих, это все попытки, которые неоднократно в недалеком прошлом имели место. Вот эти обвинения, использование это как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать, скучно, девочки. Детей, погибшие от взрыва, вы хотите сказать по этому поводу скучно? А вы уверены в том, что эти тела это результат деятельности правительственных войск? Я считаю, наоборот, что это результат деятельности преступников, криминальных элементов и радикальных элементов, террористов, которые совершают эти преступления для того, чтобы обвинить в этом президента Асада. That's not what the United Nations has concluded. That ООН пришла к другим выводам. Они провели вскрытие тел детей погибших, и ваш министр иностранных дел говорит, что все это было придумано. Вы тоже считаете, что все это было придумано? Конечно. Абсолютно уверен в этом даже. Ведь там не было никакого серьезного расследования. И не было мертвых тел. Может быть, мертвые тела и были, что случается на войне. Вы посмотрите-ка, как брали Мосул. Сравняли все с землей там. А посмотрите, как брали Раку. До сих пор из руин еще не достали тела и не похоронили. Вам не хочется об этом вспомнить? That's what we call whataboutism. Мы называем это попыткой уйти от ответа, указывая на ошибки других для того, чтобы
оправдать себя или своего союзника. Мы говорим о том, что Зарин был использован против детей, они погибли, и вы международной общественности говорите, что этого не произошло. Послушайте, для того, чтобы быть уверенным в этом, нужно провести тщательное расследование с выездом на место, со сбором доказательств. Ничего этого сделано не было. Давайте сделаем. Let's do it. Давайте сделаем это. They wanted to investigate the helicopters. Len wanted to go and check out the helicopters that were on site. And Russia said no. Why? Сказала нет. Почему же Россия сказала нет? Ничего подобного не было. Россия не говорила нет. Россия выступает за полноценное расследование. И если вы этого не знаете, пожалуйста, услышьте это от меня. Это неправда. Мы никогда не были против объективного расследования. Это ложь. Это обман. Такой же, как и сотрясание пробиркой с якобы имеющимся оружием массового уничтожения в Ираке, которое было подсунуто ЦРУ своему министру иностранных дел, и который потом за это извинился. Но страну уже разрушили. И это такой же фейк, такой же вброс, который не имеет под собой серьезных оснований. Для того, чтобы эти основания были серьезными, надо провести расследование. Мы за это расследование. Since the beginning of the year, there have been at least four chlorine-based было, chemical weapons attacks in Syria. Our Secretary of State Tillerson just said that Russia bears the responsibility for this, given your earlier promises to rein in chemical weapons attacks in Syria. Потому что вы ранее обещали о том, что вы положите конец и предотвратите подобные химические нападения в Сирии. Что вы ответите на это? Я скажу, что мы не имеем к этому никакого отношения, и мы требуем полноценного расследования. А что касается преступлений, вернитесь к Раке, пожалуйста, и захороните хотя бы тела, которые лежат еще в руинах и развалинах после нанесения соответствующих массированных ударов по жилым кварталам. И расследуйте вот это. Тогда будет чем заняться. One of the questions our audience is going to have is how do we walk back? Один из вопросов, который возникнет у наших зрителей, как мы найдем дорогу назад? Как мы вернемся к тому, чтобы две эти великие нации были настроены менее враждебно друг к другу, чтобы они были более союзниками? Вы согласны, что сейчас это не так, что мы не союзники? К сожалению, нет. Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса. Записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы что ли ввели санкции в отношении Соединенных Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас. You know why. Мы что ли... Знаете почему? Нет, я не знаю. Я могу вам тогда другой вопрос. А зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты? Вооруженную борьбу поддерживать на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ? Послушайте, давайте сядем спокойненько и поговорим и разберемся. Вот мне кажется, что действующий президент этого хочет, но определенные силы не дают этому сделать. Мы-то к этому готовы. По любому вопросу. И по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона. Но когда-нибудь, наверное, общественное мнение Соединенных Штатов подтолкнет, наверное, политическую элиту к началу этого процесса. Как только наши партнеры будут готовы, в эту же секунду, пожалуйста. Before I leave you. Прежде чем мы закончим наше интервью, what do you hope your legacy will be? Какое наследие вы надеетесь оставить после себя? Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы. И все это вместе, уверен, будет укреплять единство Российской Федерации, единство нашего народа и создаст перспективы для уверенного движения вперед на длительную историческую перспективу. Mr. President, thank you very much for having us. Президент, спасибо большое за это интервью.